В Центральной городской библиотеке имени Расула Гамзатова открылась книжная иллюстрированная выставка. Экспозиция была приурочена к 96-летию со дня образования Дагестанской автономной Советской Социалистической Республики. По инициативе отдела по делам молодежи и туризма муниципального образования город Хасавюрт группа первокурсников профессионального педагогического колледжа посетила выставку и узнала немного об истории дагестанской автономии. Для студентов библиотекари провели демонстрацию книжных изданий, в которых говорится об истории Дагестана и ее многонациональном населении. В книге рассказывается об истории народов, которые имеют свою культуру, традиции, обычаи. Здесь даются также сказки народов Дагестана, например, кумыкская, даргинская, конечно же, без русская тоже в том числе. Каждая книга носит в себе ценные исторические моменты из жизни народа Дагестана, отметила Малика Юсупова, преподаватель педагогического колледжа, которая также подчеркнула о значимости проведения таких мероприятий для современного поколения. Каждое испытание для нашего народа стало сплочением. Вместо того, чтобы разбиваться на части и расходиться, наш народ становился ближе, становился сильнее и единее. На сегодняшний день мы видим сплочение нашего народа, видим то, куда мы пришли. Я надеюсь, что наш народ и в дальнейшем будет все сильнее и сплоченнее. Студенты с интересом, слушая рассказчиков, разглядывали каждую книгу. Малика Юсупова также отметила, что для молодежи такие выставки послужат накоплению базовых знаний об истории своего родного края. После демонстрации книг первокурсников провели в читальный зал и индивидуально ознакомились с дагестанской литературой. Бика Сулейманова, Тагиб Магомеднабиев, информационная программа «Пульс».